насколько трудно покорять белорусским дзюдоистам олимпийские вершины и как сейчас работает одна из сильнейших в стране школ по дзюдо, рассказывает ее руководитель, заслуженный тренер Беларуси Виктор Шундиков. Воспитать одного парня или довести его до отшлифовать – очень много физических, материальных затрат. То есть это как, что такое спортсмен – это маленький винтик в большой системе, так я уже утрированно говорю, потому что вокруг него должно все быть. Руководитель сельхозпредприятия в Добрушском районе Татьяна Белян за несколько лет смогла вывести хозяйство в число передовых. Сейчас здесь работают с прибылью, создают новые рабочие места и платят людям достойную зарплату. Секреты такого успеха, говорит наша героиня, в грамотном подходе к делу и, конечно же, труд каждого человека. Открытое акционерное общество «Завидовское» является одним из динамично развивающих предприятий района. А именно динамичность это выражена в том, что и также оснащенность техники, производственных показателей. Самое главное, что у нас, это экономика.